Не могу сказать, что меня можно назвать героем. Да, забил гол, с помощью которого мы вернулись в игру. Думаю, что команда заслужила эту награду. Да, была очень быстрая игровая ситуация. Хотелось как можно быстрее выбить мяч, который отскакивал от вратаря. И там получилось, что мяч ударился и в меня, но так и забил. В голове было то, что я в первую очередь был разозлен результатом игры, потому что с первых минут игры мы заслуживали победы. Да, если посмотреть игры, то понятно, что мы играем неплохо. Где-то, может быть, не хватает удачи. Самое главное, что мы должны делать, это продолжать работу в том же духе, работать упорно и дожидаться победы.